храмы. Потому что облетали вокруг Москвы икону животворную, животворную, какая она там, насыпанная, одним словом, молитва была. Возносили молитву к Богу, и Господь еще помиловал нас, еще до сих пор милует, слава Богу. Слава Богу, да. Мы живем в мирное время. Это просто каждый день молюсь об этом. Благодарю тебя, Господи, что мы еще живем в мирное время, что над нами не разрываются снаряды, и что мы спим спокойно. Аминь. А над миром-то какой? И до сих пор она остается. Мы победили, победили. Победители живут, побежденные живут лучше победителей. Аминь. Да. Можно, да? Да, да. Без обману. То есть, у меня... был обман? Нет. Это просто как послесловие такое. Значит, вот такое у меня мнение, что мы сейчас идем маленько не по верному пути, мы здесь сидящие. Почему? Мы говорим о надмении. Правильно? Это очень серьезно, потому что гордость – мать всех пороков. Все знают. Мы сейчас здесь сидим и пытаемся, ну, как бы разобраться в глобальной проблеме. Проблеме вселенского масштаба, с которой даже Господь при всем своем величии, ну, ничего не делает. Будем так говорить, Он это все оставил на волю человека. То есть у человека есть воля. Мы пытаемся эту волю сломать и человека подчинить своей воле, своему убеждению. Я убежден, что должна быть любовь на земле. И пытаюсь всем это забить в голову. Неважно, каким гвоздем, стальным, латунным, бронзовым, неважно, чтобы все любили друг друга. А вот извините, журнал вот здесь вот был, душа, где? Все, скрали. Нет, вот он. Секунду, я сейчас, буквально одну секунду. То есть вот, я к чему, почему мы здесь не хотим задуматься, а мы не надменные ли, сидящие здесь? Вот здесь сидящие. Я не то, чтобы там кого-то обвинить, я и сам себя считаю. Я себя ловлю на мысли, потому что вот, к примеру, на работе у меня, да, ну, там Библию никто не знает. Даже и в руках не жаль. Набиваешься, а может знать. Вот. И подходят и спрашивают. Я говорю, ты знаешь, я сам-то, ну, может, ну, пять раз я ее прочитал, может быть. Ну, не считал. Конкретно, нет, конкретно я прочитал один раз от корки и до корки. Это стопудово. А потом уже, ну, вот эта книга интересна, Паралипоменон. Открываю, начинаю читать, прочитал. И я думаю, что пять раз я ее прочитал. Они спрашивают, все, я чувствую, меня начинает это распирать. Что вот ко мне подходит, понимаешь, что я мудрый. Вот, а здесь вот, вот понимаете, ну, душа. Ну, все говорят, что хороший журнал. И, наверное, читали, вы понимаете. И вот, вот сейчас я ее прочитал, и меня это коснулось. И я вот посмотрел, вот, а правильно ли мы здесь рассуждаем. Вот теперь смотрите. Может, я не прав. А ежели, то есть вот. И еще одно правило я для себя вывел из своеотеческих, из святоотеческих наставлений. Помогай увидеть грехи лишь тому, кого по-настоящему любишь. За кого готов живот свой положить, то есть жизнь, как Христос за нас. Он отдал свою жизнь, будучи в теле человеческом. Правильно? Правильно. Святые любили всех без различия. Уподоблялись в этом Богу. А ежели ты не свят, но видишь чужой грех и желаешь помочь человеку исправиться, подумай. И постарайся честно ответить самому себе, на что ты готов ради этого человека и его исправления. Насколько дорог он для тебя лично. Ведь мало просто помочь увидеть. Нужно еще и помочь преодолеть. Встать рядом, подставить свое плечо. Ну, чтобы преодолел человек, правильно? Какой-то грех. Там пьянство, курение или что-то. А это значит, что ты неизбежно понесешь часть воздаяния за его грех. Того человека. Ну, а вот а сейчас вот это обсудим. Оно близко к тому же, что мы читаем. Вот. Тебе придется пострадать за него. Взять на себя часть его ноши по закону любви. Если же ты не готов на это, воздержись от обличения чужих грехов и подумай лучше о своих собственных. Все. И вот... У меня часто такое бывает, вот что-то начинаю, даже дома с женой то же самое. Бог мне дал такую власть, я ей могу рот закрыть в любой момент. Властью данной мне от Бога, как священник говорит. Правильно, прощать себе грехи твои. Только я простить не могу ее грехи, а просто, ну вот так вот. И у меня бывает просто, я знаете, по злобе. Ты с кем это перечишь? С мужем? А я для тебя Бог почти на земле. То есть после Бога я.
она осекется. А мне потом стыдно понимать, что я, ну, употребил власть, может быть, даже и не к месту, и не вовремя, и прочее, и прочее. Так вот, и мы вот часто вот, ну, на улице или где-то, вообще не с другими людьми. Ты понимаешь, да, я привел. Сейчас Великий пост будет. Представляешь, вот 5 недель. Я буду свой организм извращать и прочее. А вот это уже в журнале написано, говорит, а такого постника легко увидеть в храме. Он стоит весь печальный, нахмуренный. То есть я вот уже 3 недели не ем, не пью, уже всех тараканов дома извел голодом. Понимаешь, в чем дело-то? Не надмение ли это? То же самое. Помажь елеем голову, радостное лицо должно быть. У нас наоборот все строго, там себя загнали, зациклили. Вот, вот это, мне кажется, надо разобрать. А то, что там эти наши власть делают, да, не знаю, верующий он или неверующий, вы понимаете. Ну, мы только что сами сказали. Выиграли войну, потому что обратились к Богу. Якобы. Не знаю. Если те люди, которые нам оставили такое христианство, обращались к Богу, верующие ли они, ведь практически, как говорят, развалины остались. Да, отдельные люди есть, конечно, и много, тысячи, может даже миллионы, которые веруют истинно в Бога. Но так вот, что тогда были верующие, сейчас нет верующих. Мы, мне кажется, вот сами себя там вознесли, это нам уже эти крылья мешают, они нам просто мешают. Распирай. Потому что святость такая, рубаха лопается у нас, или там что-то. У меня вот это вот часто бывает, вот понимаете, вот сейчас вот канал «Дождь» закрыли. Именно из-за этого, а стоило ли сохранять город Ленинград тогдашний ради того, чтобы, ну, Кутузов ничтоже, сумняшися, Москву отдал, и все, да пусть они едят эту Москву, пришли, а там даже мышей нету, вот и все. А у нас, понимаете, конечно, жертва, у меня сам дед 14 февраля он погиб под Ленинградом, защищая этот город. Да, это дед Лука, это, ну, память о нем, ну, не то что свято. Но он для меня достойный человек, потому что мне мать вот как про него рассказывает, это был, ну, действительно русский человек. Неверующий он был, там, в чем-то он даже в тюрьме сидел одно время, там, за, ну, невоздержанное поведение, там, начальнику в лоб дал в то время, сел в тюрьму на год. Тем не менее, он все равно, он человек достойный для меня, потому что он, ну, здоров, 35 лет он все и голову сложил. За что? Казалось бы, правильно, а победители лучше живут, ведь... Выиграть и победить – это две разные вещи, опять. А мы опять вот надмеваемся вот этим, вылазим куда-то, вот мы хорошие, мы плохие. Давайте внутрь себя-то, внутрь себя, вот каждый вот. И мне чем понравилось нынешнее собрание, это самое лучшее собрание. Потому что много людей высказали свое мнение по какому-то вопросу. Вы понимаете, в чем дело-то? Что каждый должен для себя усвоить, а на правильном ли он пути, правильно ли мы понимаем понятие, даже само понятие грех. Правильно ли мы его понимаем? А кто-то, я святой, что бы я ни делал, это не грех. Ну, я верующий, православный, исповедуюсь и причащаюсь. То есть почти что нимб у него над головой. А на самом деле ты уже этим согрешил пред Богом. Так ведь? Аминь. Я все сказал. Брат, я вот только не увидел, так сказать, противоречия между твоими словами и тем, что мы здесь говорили. Нина Александровна говорила. Я тоже... Я тоже как бы не вижу вот этого вот раздела такого, что вот то и то, о чем говорили. Но мне хочется вернуться вот к тому, что ведь мы начали говорить о том, что вот знание вызывает надмение, порождает надмение. И возникает еще, вот, знаете, вопрос, а чем тогда вот надмение и тщеславие, как их разделить? Никак. Вот что это такое? Это синонимы. Да? Да. А я сижу и думаю, а как тогда, вот вы зачитываете, вот чем определяется, синонимы. Какие качества гордый, при этом? Гордый, тщеславный, это синонимы. Вот, вот. Это одно и то же. А я думаю, а тогда как же тщеславный? Это все связано с тщеславием. Да. Правильно? Спасибо. Другое дело, что мы читали, вот только в 7 главе читали, о том, что Господь нам через апостола Павла говорит, и вы не свои. И душа наша, она... Богом дана нам, и тело нам дано Богом. Чем нам тщеславиться-то, вот в принципе-то, чем гордиться-то, да. Если уж по большому счету. А знания наши, правильно сегодня говорил Ильич, я знаю, что я ничего не знаю. Вот когда ты так говоришь, и не только говоришь, но и чувствуешь это, как сейчас только брат сказал, тогда ты постоянно думаешь, а не надмеваюсь ли я своим знанием. Да, брат? Я хотел бы вместо Писания, во-первых, зачитать.
2 Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлением Его и Царством Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием». И так далее. Это говорит он апостолу Тимофею. Но, а кто такой апостол Тимофей? Мы о нем узнаем только от апостола Павла. Ну, слово Божие живо и действенно во все времена. Да, это человек, который себя проявил в благовестии. Об этом и написано. И какие-то вопросы у него были. Апостол Павел пишет, какой должен быть благовестник. Учитель, незлобив, кроток. С кротостью направляет противников, не даст ли им Бог познания истины, чтобы дьявол не уловил их в свои сети. Теперь дальше. Если ты это делаешь, если ты благовествуешь, если ты идешь ко всем людям, независимо от того, кто там, сильно ты за него желаешь умереть, не сильно, некогда разбираться, братья. Нужно идти ко всем, к любым. Любишь ты его или нет? Любишь, не любишь. Вот идешь ты по улице, и ты в одно мгновение можешь быть супер там христианином, и в то же время можешь быть, упадешь ниже адских врат. Потому что идешь и смотришь, там бомжара какой-то, слюнявый весь там шарится, и ты думаешь, фу, Господи, да как же к такому подходить-то? Это не тот контингент, нужно мимо пройти, побыстрее воняет от него. И проходишь, бывает. Хорошо на сердце, если еще, увы мне, а если я так сам буду, и вот меня вот это вот будет. Ну так не был же, там уже шепчет тебе. И я вот иду такой, и потом вижу, навстречу какие-то там идут люди, ну не бомжи, простые люди, и... Уже ты забыл об этом бомже, забыл просто напрочь, потому что другие люди, а тебе же дальше действуют, ты на евангелистский путь вышел. Достаешь визитки, протягиваешь, начинаешь говорить, что-то с тебя спрашивают, отвечаешь, и все, я уже забыл этого бомжа. Я его вспоминаю на ложе своем, когда ложусь и думаю, а согрешил я, че к бомжу-то не подошел, ну дал бы бомжу, ну ты же тогда давал. Ну а что теперь уже по пути попался, он тоже человек, он достоин. Вот приходи там, вот этот Юра, он такой же был там, где-то. Его кто-то из католиков пригласил, он пошел к католикам. Кто-то из католиков с ним поговорил по-человечески. И вот такое, брат, оно бывает у нас всегда, я тебе отвечаю. Да, я бываю надменным, супер надменным бываю. Это бывает, может, секунда, и я тут же себя ловлю. Так это надмение же, ты понимаешь там. Ну-ка, ты давай-ка это, свои знания-то поубавь. Вот эти вот необыкновенные, что ты все знаешь там. А что знаешь? Знаешь местописание? Скажи местописание. И меня сразу направили к местописанию. Если ты говоришь по слову Божьему, обличаешь, назидаешь во время и не во время, то есть во время и не во время, когда? Вот идешь ты, и у тебя вот это вот искушение на тебя нападает. И не смог ты его преодолеть. Это понятно, что это тяжелый случай, это грех. Это каяться надо, все. Ну дальше-то жизнь продолжается, она дальше течет. Теперь ты изменился, ну теперь дальше другим проповедуй, третьим. Потом смотришь, я опять к бомжу-то подошел, там их двое уже. Да и не просто подошел, они сами на меня уже вышли. Вроде как будто Господь посылает, ну раз ты покаялся, на тебе двоих. Мужчина с женщиной. Все они вот такие, синяки там, все как надо у бомжей. И ты уже с ними беседуешь, а что это у вас они еще спросят? И сами еще руку протянут, возьмут эти там... Квиточки там, скажешь им о Христе, да-да-да, и вот они начинают что-то креститься. Мы верующие, смотришь, что-то у человека есть. Может быть, их слова эти на путь покаяния. Но откуда у них в наших визитках, откуда у них компьютеры? Да нет у них ничего. А Евангелие им давать, Евангелие давать. Ну, а возьмете Евангелие читать? Возьмем. Ну, возьмите Евангелие читать. Смотришь, у них уже Слово Божие есть. Так я ж не могу одним быть только вот таким целенаправленным, за всех умирающим всегда. Да я и не помню, умирать надо или не умирать. Сейчас мы будем эти рассуждения рассуждать. Потом, брат, извини, я тебя перебью немножко. Там вот брат почитал, что если ты вот возлюбил пьяницу там или наркомана, алкоголика, ты должен понести его-то крест, да, какой-то вот труд. А попробуй пожить с алкоголиком хотя бы неделю. Это ужасно. Ну и еще я хочу про войну сказать, что мы тут как раз и говорим о том, что чтобы не было войны, не надо было надбиваться всей стране.
И не выиграли мы войну не потому, что начали молиться Богу. Я думаю, что... Я об этом очень много думаю. Я столько военных фильмов пересмотрел, особенно документальные мне нравятся. Я смотрю туда, всматриваюсь в эти лица, как вот все происходило. Думаю, ну как две таких огромных державы, два даже разделения земли, вот так столкнулись лбами до тех пор, что бились, друг друга грызли. Там, вспоминаете, один армянин, разведчик в Сталинграде. Он так немножко еще язык коряво. Маленький такой сам. А как вы там выстояли? А вот хорошо, я маленький такой, вот там... Это, а мы там друг от друга были, вот как граната долетает, вот так мы, говорит, были. Вот там немцы, там вот немцы, тут они, там, тут мы. И вот мы, говорит, часто с ними там рубились. Там его спрашивают, как рубились-то? А, ну, там же, говорит, плохо махать, везде много там всего. И мы, говорит, лопатки, у них не было лопаток, а у нас, говорит, лопатки. Наточишь так, острый такой, прям, бежит так, жик, как рассказывает еще. И вот мы этими лопатками, как ему, знаешь, по черепушке, вот так вот, бах. Я много порубил, много, 20, может, больше порубил. Они боялись нас, а, как зайчики, говорит, заверещат, а мы лопатками их. Он служит, и он такой, еще, ха-ха-ха, такой смеется. То есть он вообще перерожденный человек. Вот этот человек, когда он обратится к Богу, может, даст, дай Бог ему покаяться во всем, никакого покаяния, конечно, там нету, и у многих из них нету покаяния. И те, которые погибли воины, дедушки наши, бабушки, отцы, кто бы там ни был, они убийцы, запомните. Они настоящие, они убивали. Вот как я сейчас, как этот рассказывал армянин, они все такие были. Они без покаяния умерли. И, конечно, не ради них, но выиграли мы. Но ради того только, что Господь забирает не просто какой-то победой и не победой. Он забирает поражением на внутреннем, на нравственном уровне. И количеством жертв человеческих. Сколько у нас людей умерло? Мы за ценой не постоим. Да, мы не постояли. Господь разрушил все это надмение. И чем? Кичились большим количеством народа, большими территориями, большими запасами. Все это ушло во вжиг. Сколько было сколько этого металла, сколько всяких хороших материалов, которые пошли бы на пользу. Все исчезло в прах. Если бы мы сразу не надрывались, этого бы ничего и не было. Но надмение нас докатило вот до того, что мы увидели в 1905 году. Потом надмение еще больше оказалось. И церковь здесь тоже приняла первое же участие. Дальше 17-й год, революция. И дальше все надмение привело к 41-му году. Да Господь нас выжил просто полностью. Что тут говорить-то уже? Какая победа? Об этом мы говорим, что не было никакой победы. Можно сказать, да? Да, брат. Вот ты, брат, правильно сказал, что иногда мы начинаем беседовать или что-то, нам более приятней общаться с человеком, который нам приятен внешне. Правильно вот ты сказал, что бывает такое вот, что к нему и подходить, там, да как вот сидит он тут, пиджак такой драный у него там и прочее, ну, к примеру сказать, да? Понимаете, он тебе не симпатичен, и мы к нему не подходим. Так и к нам точно так же относятся, вы понимаете, люди, когда человек становится надменным, и к нему так же относятся. Ты понимаешь, он говорит, да что я с ним буду разговаривать, с ним слово невозможно, он там весь вот... Из себя напыженный, как ежик, из него все это торчит. Слова доброго не вытянешь. У него все, он на работе, у тебя только все. О смерти, да о смерти. Ты что, больше ни о чем говорить не можешь? Я говорю, да мне уже 60 лет. Седьмой десяток разменял, мне только о ней думать. Осталось-то на одну заварку жизни. Да, все, больше нет. Правильно ты говоришь, брат. Я вот приведу пример. Вот. Иду я по улице Анатолия. Впереди меня идет дама, это было летом. Она в шортах, она такая вся вот, ну жарко, okay. Понятно, да. Я тут с обличением к ней, да, с такими увидел, словами. Она, увидел, да, увидел, да. Она, ты еще мне тут будешь говорить квазимода. Получил ли чапкой? Получил. Декабрас. Чапкой, да. Так что вот так, конечно. Да. А вот по-другому подошел бы. Может быть, и завязалась бы беседа бы. Да. Ну, не сумел подойти, так что... Конечно, надмение было. Гордыня, да. Я тут такой вот бесправедный. Сейчас бы лет на 15 тебя отлучили, да. Уже, если бы ты по-другому подошел. Да, да. Не, ну в данном случае мы видим 4 царство. Никто там, пророк Исаия, там ничего не говорил. Давайте как-то потихонечку подойдем к этому царю ассирийскому. Он конкретно сказал, написал письмо это. И положили перед алтарем Господним. Вот как все было сделано. И Господь презрел на все это дерзновение.
Что там, как говорится, рак это за камень заводить? Это русская пословица, не надо там ничего думать об этом. Не надо его туда заводить, он сам там уже сидит, этот рак. Все уже и так понятно-то. Ну, сказал, обличил. И я, брат, я приветствую тебя, что ты подошел и обличил. Дерзновение называется. Я говорю не о том, что не нужно было это делать, обличать, но нужно было снова это сделать. Может быть и можно иногда. Но иногда есть такие непримиримые люди, которые, они тебя называют дикобразом. Меня так назвали тоже дикобразом. Молодые девушки там проходили. Просто я даже к ним и ничего и не говорил им. Просто мимо проходил. И мне так, они мне за здорово живешь навалили. Жаль, что я, конечно, не дал им визитки. Очень сейчас сожалею. Поэтому теперь раздаю, стараюсь чаще, чтобы за дикобраза не просто так получал. Они сами дикобразы внутри, ты их не переломишь никак. Уж сколько останавливались и беседовали, и в конце беседы тебя все равно вот так вот ушатом помоев обольют. Что-нибудь да скажут, да вы не такой, да вы какой-то немирный, да все у вас какие-то законы, да нам зачем это надо? Да я и так без вас в церковь нормально хожу. Че вы мне тут будете учить, как ходить, как не ходить? Они сразу все знают. Я что могу теперь уже здесь сделать? Я сказал то, что вот то, что прочитал здесь к апостолу Тимофею обращение, это каждому из нас стремиться к этому нужно. Настоять и следующее, так давай, далее. Разберем. Там следующее слово, два слова-то. А то занятие к концу идет, а мы еще не... А про любовь еще не говорили. Не вообще про любовь. Это очень интересное слово. Да? Да. Да еще раз, этот же стих. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что... Все мы имеем знания, тут важно. Знаем, потому что все мы имеем знания. Но знание надбивает, а любовь назидает. Ну, брат, про любовь, пожалуйста, говори. Ты мне, что ли? Да ладно. Ты просил слово. Ну, хотел. Все об этом хотят поговорить. Что такое любовь? Это одно из имен Бога. Любовь. Хорошо будет. Только каждый к себе принимает. Да, Игнат Тихонович? Тут я слышал слово «дикобраз». А что, оскорбление такое или что? Обиделся он, брат. А ну-ка расскажите про это животное. Чем оно плохое перед другими? Если бы тебя назвали орлом, внутри было бы другое уже. Орел бы был, воспарил бы. А дикобраз, он знает, что он хуже орла? Да нет, конечно. Он даже не знает, что он дикобраз. Игнат Ильич, вы говорите сразу все, что думаете. Мы-то знаем, что вы не простой человек. Знание. Раз знание, сейчас говорили о знании маленько. Я хочу про дикобраза услышать. Давайте. И семейство. Это очень редкое животное, дикобраз, кстати. Оно в Красную книгу занесено. И только поэтому и назвали дикобраз, что редкое. А, нет, у него очень интересные иголки идут по спине. Ну, не только по стене, по телу много. Но его назвали-то люди так. Почему они назвали слово, с таким словом его, которое сегодня ассоциируется с чем-то... Потому что у меня борода не бритая была, ну, то есть не подровненная, а вот такая же, как у вас, вот сюда вот вся, вот видите? У меня неровная тоже, Игнат Тихонович неровная. Неровная борода, это значит, как будто иголки, как у дикобраза. И вот они пытаются этим обидеть, сказать, ну что ты как дикобраз, ты будь как все нормальненькие, чтобы мы ушли навстречу, улыбнулись тебе, ты нам подал визитку, рассказал о Христе, мы приняли это все. Ну ты наш, мы ваш. Как помните, эти были адвентисты в 2004 году. И там была с Горно-Алтайска дочь адвентистского пастыря, которая у меня вырывала визитки и рвала их. Вырвала несколько штук, прям сзади подходит, со мной так играется. Я уже говорю... Подошел это, вижу, что-то они там. Я подошел, говорю, а это, говорю, кто вам такая? А она армянка. И он армянин. Он, это дочь моя. Я говорю, и такой, главное, довольный такой. А она такими бантиками, вся бантиками. У ней всяких ленточек на голове понавешана куча. Тут бейджик такой. Ну, это, в такой короткой юбке. Я говорю, она, говорю, у меня визитки вырывает, говорю, и рвет. Он такой, ну, что ж, а зачем вы тут стоите? Мы же тут все откупили, это все наше. Начинает разговаривать. Я говорю, а зачем она, говорю, вся развесилась, говорю, как карусель какая-то. Я говорю, вы тут о слове Божьем собираетесь говорить. Зачем у ней бантиков, говорю, столько вот это вот понавязано? Как определить, что верующая она, нет? Я говорю, поэтому она меня обхитривает, говорю, подходит. Я думал, что нормальные люди, она прям вырывает вот так и рвет их. А она такая, ну а на вас, говорит, кто будет смотреть? Ну вот, а я-то такая же, как все. Видите, как все. Я подойду к любому, поговорю, и меня примут всегда. Все хорошо. Вот на примере прям показала, как это все нужно делать. Она для всех сделалась всем. Оделась, разделась,
Надо там еще штаны оденет, что надо, побреется наголо. То есть в любой момент, только изменись мир, и я весь изменюсь. Вот он и дикобраз получился. Пожалуйста, Игнат Ильич. Дикобраз-то про себя бы сказал, ты что-то положительное. Я к тому, что если тебя назвали дикобразом, ты должен знать что-то положительное дикообраза и сказать: хорошо, как дикообраз, я сейчас покажу мое преимущество перед вами. На дикообраза даже лев дикообраз не нападет. Дикообраз никогда не нападает на, домашних, на домашний скот. Он нигде не нападает. Дальше, от него, как от лисы, нигде заразы не бывает. Давайте, я дикообраз. Но определите, кто вы теперь. Мы все в зоопарке, в земной этой жизни находимся. У дикообраза полезное вот что. Чем он питается? Дальше, он почти неуязвим где-то. В общем-то, я согласен. Но теперь скажите, кто вы? Как они все расцвели, меня дикообразом назвали? Я им как развернул этого дикообраза, и каждый захотел быть дикообразом. Вот к тому и разговор. Вот в этом-то вся суть. Вот вчера у меня этот разговор был с Лондоном, с этой Ригой. Так уже пошли отзывы, да это надо уроки такие преподавать. Я просто говорил то, что, как всегда, ведешь конкретно, выстроить стройную программу, что зачем, что самое главное. И попытайтесь отвечать, он не отвечает, я как бы от его лица вижу, что он очень серьезный. Если бы он был не серьезный, я бы свернул на легкую дорогу, я взял самые трудные вопросы. И он их прямо берет так. Я гляжу, он все больше с таким с накалом, с желанием слышит. Он готовый товар. Я вижу, это благословенный человек. Но мне не раз пытались православные отыграться. А что, по-вашему, и у баптистов Дух Святой есть, у адвентистов? Мы определять не будем. Я знаю только одно. Никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вы это верите? Верите. А они Иисуса признают Господом. Вывод. Пол предложения вы признали. И они говорят, да, мы признаем Иисуса, называем Господом. А дальше, ты хочешь, не хочешь, вступает в силу вторая часть предложения. Никто, только Духом Святым, только Духом. Умом нельзя это назвать. Ну и что? Ничего, вот сначала с этим согласитесь, что я не виноват, если я считаю, что наркоманы, они работают с наркоманами, обращаются. Это влияние Духа Святого. Так что они тогда спасаются? О спасении речи нету. О том, что это труд Духа Святого. Всякое доброе даяние от Отца Светов. Вы считали такое? Ну да. Но это доброе даяние. Нет, они кормят. Вот, бывают люди, ну некоторые бомжи, а некоторые действительно потеряли все. Им жить нечего. Они кормят их. Когда мы были у этого Колганов, тогда мэр города был, собирали религиозных деятелей. И помните, какой-то встал такой мужичонка. Я думаю, кто он такой-то? А они какая-то секта. А мы каждый день кормим 300 человек. 300 человек. Да где же у них отпускают средства там? Кто, я не знаю, откуда они берут. Это надо накормить, это сколько чашек, ложек. Вот 300, ты понимаешь? Вот вы здесь тут, когда покормите, то сколько времени уходит, пока протрете чашки? А они каждый день чужих, бомжей, вшивых и разных, от Отца Светов. А вот что не доводят до конца, это вопрос другой. А как до конца? Они должны войти в церковь. А церковь только там, где есть благословенный епископат. Я вчера этому говорю, а вы знаете, где нет православия, католицизм, григориано-армянская, апостолическая, коптская и сирская. Вот пять. За пределами их церкви нету, ничего нет. Вот это церковь. И почему Бог так и сделал, пять пальцев, может быть, и от этого так и... Пять ветвей из одного дерева растут вот они. Больше нет ничего. Я гляжу, он записывает. Я говорю, вы это сохраните только, а потом проверьте потихоньку. Вышел. Откуда узнал? Через интернет. Вот Андрей Кураев, мои отзывы. Он сначала обо мне, потом я сказал, когда заступился за него. И на его журнале выставили, как пошли люди, разные, разные. Вот когда заходят на наш форум, скажите, как вы нашли наш форум? И там несколько вопросов. Одно через меня, другое через визитку, третье и там с другого форума. А это с форума Кураева, потому что ваш материал был там. И видно, люди серьезные. Смотри сзади. Не спи. Сзади меня глаз медом подсказал. А Чаплин не откликнулся никак, что? Нет. Чаплину, а Чаплине так, там написали. Чаплину. Это дед-то на меня. Это глыба. Мы думали, он сейчас поговорит минуты две-то и начнет что-то просить. А нет.
он повалил Чаплина и высек его. И более капитально это уже никогда, говорит, не сделать. И чтобы Чаплин поехал, или там Дворкин с Игнатием Тихоновичем стал разговаривать, да никогда! Это самоубийство для них. Они любыми путями будут избегать любой беседы с ними. Они ничего не знают. Это отзывы, которые идут. Так он не знает. У него академия, он все. Так в этом-то их и поражение, что у них все есть, кроме того, что у вас есть. О, дед, этот дед, говорит, до того наивный он. А другой, в этой наивности он как раз и побеждает их. Он зовет их покаянию. Да им век это не надо. Они добрались туда, чавкают в корыте, Чаплин чавкает там сидит. Это его дело. Мне не судить, а молиться только за него надо. Я вижу результат того, что открыто, когда говоришь. Мои недостатки восполняет сам Господь. Я удивляюсь. Такой резонанс идет на то, что сказано. Все говорят, более капитального ответа уже Чаплину никто не даст. Ну, правильно, я по святым отцам, каноны, Библии. А если бы он встретился, пригласил, благословился, как всегда у нас принято это. Понимаете, не могут понять, да как его такого? Ну, здесь другой вопрос. Одно дело, он несправедливо вот в этом моменте поступает, а в другом он справедлив, он таким не был. А какой будет вечность, я не знаю. Мне не дано знать. Под старость приходит воздержание и мудрость. Мудрость. У старости ничего нет. Ни силы, ни проворства. А у меня везде. Сколько же у вас энергии? Каждая. Сколько у вас энергии? Опять. И друг у друга спрашивают, там, откуда у него столько энергии? Все про энергию говорят. А мне до того смешно. Я швыркаю, сижу носом тут. Энергия. Четыре дня соплями давлюсь. Втягиваю ее. Это Бог восполняет. Я просто... просто отвечаю, делаю, ну тем более, что позади было, они это все видят, люди. Людям очень нужен пример сегодня живой. Все советуют, что с собой брать там, как чтобы сразу в эфир выходить и выставляли материалы в поездке. Этого не будет. Мы пробовали, у нас не получилось. Давай. Я предлагаю прочитать Иоанна Златоуста толкование на этот стих. Ну, коротко, пожалуйста. Ну, как есть, как я могу... 6 листов, 12 томов. Иоанна Златоуста, на этот, ну, не одному стиху 12 томов-то посвящено. Да что-то одному, ибо так возлюбил Бог. Да мы не потянем. Если кто не знает, Иоанн Златоуст толкует название книги «Деяния апостолов», 6 проповедей говорит. На название, не берет ни одного стиха, только название «Деяния апостолов», и дальше начинает проповедь. Опять приходит, опять, и повторов нету. Он как бы опровергает, говорит, она неправильно названа. Это не деяние апостолов. Деяние Духа Святого надо было назвать. Я сразу согласился. А что бы они, рыбаки, сделали-то? Вот в этом вся задача наша. Говорить, где-то говорим мы с обидой даже, но это должно быть в Духе Святом. Я сегодня зашел, тут дети сидят, ну, занятия воскресные, как школа у них. Меня прям Галя за руки, ну проведите урок. Я говорю, ты, я тебе направление дал. Ты начни с этого, отвергнись себя. Вот. Детей научи отвергнуться себя. Чтобы не было обид, ни претензий на что-то, на больше. Приготовь их умирать, детей. Расскажи им, например, какая трагедия была в Потеряевке. Он не думал, он думал жить. Ничего нету, его нету просто. Смотрю фотографию, пустое место. Научите этому детей. Чтобы они бегали по улице, а потом забегали домой, и была задача не за стол заскочить, а на колени встать. И вас приглашали родители. Ну, рассказал кто-то. Я не знал, это нет сегодня. Баптистка-то это. У нее, она больная, горбатенькая такая была. И сынишка какой-то тоже маленькая, с недостатком. И он на улице бегает. Его ребятишки принимали, его не били, ничего, нормальный был. Побегает маленькая, забежит, и говорит, мам, давай помолимся. Синее небо меня так манит, знаю, что там мой Спаситель Христос. Сам вот такой вот. Проходит совсем немного времени, его убирают. Вот об этом надо думать. Чтобы был труд Духа Святого в душах. Ее свои-то не очень принимают. Ее принял Господь. Так она не православная была, не знаю. Я... разговариваю когда с человеком, я вижу, она нигде не против, ее просто не научили, не дали ей понять, она готовая уже принять всю истину.
мы живем окруженные тайной. И не надо туда проникать, если нам не дано. Просто научиться помолчать и помолиться. Я сейчас зашел только, а там одна такая на меня выходит, Валентина Пивень. Это жена такого руководителя, пятидесятнического. Игнатий Тихонович, что-то у вас зеленеет. Я думаю, Толик, где она зеленеет? А когда ты в интернете, то там зеленая полоса. Уж не заболели ли вы или на молитве находитесь? Сектантка. Но сектанты, я не оскорбляю этим, просто говорю, что словарь иностранных слов «секта» – это организация, религиозно отрицающая институт священства от апостольских времен. Тут ничего в этом нет, ну как-то разграничить надо. Мы православным, но тоже это не евангельское слово «православное». Но когда были еретики ариане, их назвали ариане. Были, которые против Троицы, их называли антитринитарии. Длинные названия. Есть, была секта, интересно. Они говорят, а какое священство? Все священники там. И просто собирались, как баптисты. У них прозвище сохранилось «безголовое». И они так везде писали «безголовое». То есть головы священства нет. Не потому, что они без ума. Вот мне, если бы где-то пришлось в большом таком собрании говорить. Вот какая самая большая беда? Вот сейчас Путин бы встретился... Бог силен же это сделать. И сказал, вот что-то у меня все не ладится так. Ну, что мне нужно первое сделать? Я бы сказал, поставь православную церковь московскую в ряд со всеми. Не отдавай ей предпочтения. Да. Ты погибнешь из-за нее. Они везде лезут, они такие злобные. Они преследуют. А отец Павел как рассказывал где. Да я знаю. Они мне все время раз... Три человека, он дал указание, они давят и заблокируют, опять неделя не работают. 2800, 4000 человек от меня отбрасывают. Люди ждут, ну что вас блокирует все время? Что вы такое сделали? Еще мы вообще не делали, даже не прикасались. Они гоняются, они выискивают, что можно еще только сделать. Вот они узнают, какой-то материал у меня выходит. Они до редакции доходят, чтобы мой материал не вышел. Ну, ты знаешь, в институте, в университете веду занятия, они посылают туда из епархии, чтобы меня оттуда выгнали. Ну, я-то при чем? А могут? Они не могут другими быть. Вот в этом вся беда-то в этом. Зачем ты с ними, я бы сказал, Владимир Владимирович, делай, как тебе уж Бог на сердце положит. Тебе это, зачем это нужно, когда ты... Ну, от них-то ты ничему не научишься этому. Там единицы, которые только так делают, как надо. А ты соединись поближе, может быть, с мусульманами, с баптистами там или с кем-то. Более совестливые люди. Вчера мне с Лондона говорит, вот обращаются мусульмане, где делаются православными. У них, говорят, много обращаются. Какие они хорошие, да? Ой-ой-ой, говорит, такой это урок для нас. Как они ревностно веруют. Какая вера у них такая продуктивная, живая. Андрей Кураев говорил, они талантливы в вере. Не так, что пришел, перекрестился и ушел. Ежедневно 5 раз на молитву становятся. Это свой закят платить, как по отношению друг к другу. Вот сегодня скажи им, нужно выставить сейчас в России 100 тысяч убийц, которые подорвут себя. 100 тысяч завтра будут стоять. Почему? У него так, он считает за счастье. Ученика в школе сидят, 2 класс. Ну какое твое желание? Я хочу быть похожим на брата моего, чтобы меня поясали так же, я где-то взорвал, чтобы эти неверные, то есть христиане другие, взлетели на воздух. Его уже никогда не изменить. Его можно только убивать. А его убивать за что? Но он уже весь трясется, он герой веры. А и у нас, посмотри, какие они. Его в армию, вроде как он от армии увели, чтобы только в армию не попасть. Что сравнивать-то? Это поколение шли на это, чтобы воспитать 100 поколений, наверное. Нам нужно везде учиться день и ночь. Сейчас, вчера мне отец Сергей Дудин выкинул один ролик. А англичане, я так понял, англичане поставили фильм «Империя России». Там ничего критического нету. Хороший. Они мелкими кадрами, как Россия размножалась, как шла дальше. И доходит до момента Николая II, и фильм обрывается. Он как бы художественный, но этапами рвет просто, как она расползалась. Потом по карте показывает, как из монгольского ига, что Иван Грозный. Главное-то вошли в историю тираны. Петр I, сколько погубили людей. Вот только пока закладывали Петербург, 25 тысяч человек умерло. На костях.
весь город на костях стоит. А он людей, говорит, он вообще их не видел. Для него это просто был рабочий, так сказать, труд или как его, он их не видел. И все показывают. Весь фильм я сидел и только думал, Господи, да где же мы будем-то? И какие мы, да еще к другим людям лезть, и кого мы можем учить-то? Забыть все, два слова повторять, Христос, Библия, Христос, Библия. Христос, Библия, больше еще. То, что мы упустили. И ужасно. В принципе, уже и время, но еще один стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Сказал это слово, понятно, что? Ты думаешь, что знаешь? Сейчас спрашивают в интернете, скажите, разве это правильно, что какой-то там мирянин обещает священника? Разве это можно делать? Так, я спрошу тебя, можно это делать или нет? Нельзя. Нельзя. Так, ты как думаешь, Михаил? Мирянину священника обличать можно или нет? Думаю, что может. Что он говорит? Думаю, что может. Может. А ты как думаешь? Да. Да. Я выбрал все места из Библии. Не мне вопрос задан-то. Но я к нему подготовился, а тут в это время и ко мне уже вопрос этот подъехал. Все места из Библии. Допустим, я беру 30 мест, которые говорят. Тебе не надо его обличать. Если Слово Божие ты знаешь, ты просто цитируй место и все. Слово дано для обличения, для наставления. Вот и все. И говорит, обличи брата. Не написано священник, он епископ или патриарх. Он брат. Это то звание, по которому Бог соединил нас. Он брат. Если ты видишь, он поступает, почему ты ему не сказал? Это в житиях есть такое, два, священник и диакон, и распорили. Диакон говорит, вот так надо делать, ты неправильно. А он говорит, ты делай, как я тебе говорю. А оба видели, священник видел ангела. Ангел приходил, сослужил. Он думает, я спрошу его все-таки. Ну-ка, ангел подошел во время, когда руки поднимает, он ангела увидел. Он тогда говорит, ты меня прости, я спрошу. Вот мы с диаконом тут уж который год спорим, и кто прав-то? Ангел говорит, диакон. Так а почему тогда ты здесь служишь, а я, говорит, тебе не служу? Я Богу служу. А ты слушаешь, что тебе говорят. Вот и весь сказ. Я Богу сослужу. А я вижу ангела, я думаю, что я такой святой, что около меня ангел тут день и ночь заботится обо мне. Вот так. Что говорит Феофилак Болгарский на этот стих? Здесь говорит больше именно, что если знание будет с любовью соединено, то и тогда оно несовершенно. Ибо никто, будь то Петр или Павел, не знает ничего так, как должно знать. Что же надмеваетесь вы, имеющие знание без любви? Ибо если бы вы имели знание и вместе любовь, то и тогда еще ничего не знали бы в совершенстве. Да, брат. Я хотел тут как раз вспомнить о надмении, о любви и вообще о знаниях Антония Великого. Уж величественней-то, наверное, не было фигуры, я так понимаю. Вообще установитель монашества, такого, которого мы сейчас знаем. И на него это надмение напало. Вот мы вообще про святых отцов говорим и так далее. А ведь он к себе точно так же относился, как вот я говорю, что в нас двойственные чувства. Потому что когда на него напало это искушение, и он до такой степени, он интересно поступал и правильно. Он начал молиться, вот на него напало. Я уже такой святости достиг, а кто мог, так же, как я мог жить-то? То есть все, нету никаких тут неверующих, я один молюсь Господу. Кто неравный по святости. Да, кто сравниться может со мной? Господи. Ну и Господь ему отвечает, иди в такой-то город, это уже для него удивление было, там найдешь такой-то дом, даже не дворец оказывается, ничего не пещеру, и там будут две женщины, к ним обратишься, они тебя научат, как нужно свято жить. И он пошел туда, пришел. Нашел этих двух женщин, оказались две снохи, с двумя братьями живут.
они упали ему в ноги тут же, так его признали моментально, Дух Святой, видать, им подсказал. И говорят, да что ты к нам пришел, там мы недостойны. Да как недостойны? Да мы только этой ночью, говорит, вот, были вместе со своими мужьями. Ну какое святость, а у тебя, ты там годами живешь уже, в пустыне молишься. Удивление было его не, до такой степени необыкновенное, он не мог рта даже открыть. Молился только ко Господу, чтобы Господь... А потом уже и задает ему вопрос, а тогда с чего Господь-то меня к вам направил? Что-то должно быть. Как вы живете, как что? А мы, говорит, живем, вот не ссоримся, уже 15 лет, говорит, вместе. И как вам? Нисколько, и на кухне даже. Да нет, вот готовим пищу, все, как, на, как ну, прибираемся тут в доме, все. И пошел святой дальше служить Господу. Может быть, это, кстати, его и побудило, когда ариане его признали своим, Антония Великого. Он вышел в Александрию, вышел, и написано, проповедовал в Александрии по ближайшим окрестностям, до тех пор, написано, проповедовал, пока все люди не узнали, что он не арианин, что он православный. Однако... А кто еще может высказать по этому поводу? У кого есть знания? Кто не надмевается своим знанием? Ну, у нас время, Игнатий Ильич, молимся. Да. А вы слышали, я про это рассказывал, как один монах умирал, был примером для всех, молчал. И они решили от него получить наставление, чтобы помнить и друг другу передавать. Вот жил среди нас, они его почитают святым. И он все молчит, губами помулявит, и опять молчит. Ну хоть что-то нам скажи. Вот. Ой. Все вы свиньи. И помер. Слушал я и слушал вас и понял. Можно я еще скажу? Это, брат закончил с такой мыслью там, и кто там может поделиться знаниями? Знание, тут про знание, где говорится, это не говорится о Слове Божьем. Вот брат сказал здесь, 5 раз я, говорю, точно прочитал там, ну, пускай не всю Библию, там места какие-то. И вот это уже никто не скажет, а что ты тут кичишься им? Это молодец, брат, он прочитал, это пример уже начинается дальше. Все бы так читали, мы бы уже сидели, уже бы вот так беседовали. Вот так, как он, находили бы слова в защиту или контр, но однако уже идет рассуждение какое-то. То есть знание это не слово Божие, не слове Божие тут разговор идет. А вот об этих идолах и так далее, а кто о них что может знать? Ко мне подошел один новый славянин и такой, а что вот, это у вас на чем, на русском языке книги все? А что у вас на русском, почему вы же это, стоите как вроде одеты, ну, церковный, какой-то человек, почему у вас не на нашем российском языке, древнем, вот тем, том славянском, которым говорили? Я говорю, какой славянский? Ну, на котором еще славяне разговаривали. Вы же должны корни наши те еще соблюдать. А как, на каком разговаривали-то? Ну как на каком? Которые писали? Это руны, которые? Да-да, вот эти вот руны, которые на бересте там находили, да еще где-то на глиняных табличках. Я говорю, а кто их перевел-то? Ну вы-то должны узнать, что вы, говорит, на русском-то языке, зачем вам это надо? То есть люди думают вообще непонятно о чем. Вот они, эти знания. Вот о таких знаниях, которые никто не знает. Люди сами придумывают себе, а потом думают, ну мы-то и знаем, выводы все сделали. А тут вот эти ребята, которые к нам пришли, они показали, они даже в книгу Библия смотрят, вот у них, вот такая Библия у них, затрепанная, вот так вот прям взял, хуп, вот отсюда вытащил ее. И довольный, раз. И сидит. Он его не выпускал вот так. Края все загнуты. Видно, что измусолено хорошо. Ну, то есть читал парень. Ну и что? А ничего объяснить не может путем. Ничего. Никаких познаний. Ни о крещении, ни о чем нету. То есть знания, о которых здесь идет речь, это не знания Священного Писания. А совсем другие познания мирские. Да. Нина Александровна. Но здесь ведь речь-то еще идет о знании-то не о том, что вот это мы слово знаем, а премудрость Божию, знание-то закона в премудрости Божией. И 118, Псалом 118, 18 стих. Как же...
Ой, как же... Забыл. А закон твой люблю? Да, открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. И кто 100, этот закон? 102, по-моему, да? 118. 118 псалом, 18 стих. Открой очи чудеса, открой очи мои и увижу. Чудеса. Да. То есть, аминь. Опять же, это все зависит от Бога, от Его величия, как Он, ну, только Он, и еще вот Игнатий, мне очень понравилось, Игнатий Тихонович приводит пример там, в этом вопросе, вот недавно его коснулся этот вопрос. Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. Да, если Господь не откроет, то мы своими вот этим надмением, конечно, мы ничего не можем. И сердце должно быть каким? Чистым. Смотря как применить. Блаженны кто? Чистым сердцем. Ибо они Бога узрят. Так для этого-то толкование у нас и есть еще. Из Златоуст. В Библии же сказано, одному дается слово знание. Дается. Другому слово мудрости. Да. И мудрость возвысит знание твое. Среди вельмож будешь сидеть, где простолюдина возвысит. А так ничего не надо знать. Да. Ничего не знать, даже ты вообще ничего не знаешь. Всю жизнь должен собирать по крошкам знания. Знания божественные не нужно отсеивать. Аминь. Аминь. Спаси Христос. А вы потихоньку, Игнатьевич. Мы услышим. Боже, милостив будь мне грешным. Создав меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешным. Помилуй. За молитву святых Отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй. Сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в ныне и очистины от всяких скверн, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Бо Твое царство, сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Господи, слава Тебе за этот воскресный день. За эту святую возможность собираться у ног Твоих и поучаться словам истины. Услыши нашу молитву, почти добрые жители вселения наши, знающих закон Твой, уставы Твои, а недобрым прегради путь. Укажи, где мы должны остановиться в этом благовестии, приготовь нам все необходимое. Ибо Ты, богатый щедротами, воззри на нашу худость и бедность. Дай нам еще священника и болящего Иакима в оставе. Укажи место для занятий. Умудри нас в этом благовестии, приготовь людей, сердца их. Благослови тех, кто помогает. Благослови тех, которые враждуют против нас и поносят. Не дай им погибнуть. Защити место сие. Благослови правителей в этой стране. Патриарха, епископа и всесвященства. Наставь всех на путь истины, дабы подвязались единодушно за веру евангельскую. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Еще хотел сказать, что вы знали, о чем молиться. Дело в том, что когда я сдавал материалы, еще было в газетах, для меня это было беспокойство большое. Они узнавали, когда любыми путями, чтобы материал не вышел. Вышел фильм. Второе крещение, или называется «Глаз вопиющего» Малашин. Я в это время нахожусь в ГТРК. Меня вызвали туда, чтобы сказать слово перед фильмом. В это время звонит
уполномоченный. Тогда был Лисенков Геннадий Иванович, а помощником у него этот Александр Петрович Седишев. Старые коммунисты. Тот с Москвы специально послан был. Я говорю, а почему вы решили вдруг? Вчера говорили прийти, я пришел. Приехал режиссер, а сейчас вы фильм не хотите показать. Он уже вышел на экраны и идет по стране. Ну, мы созвонились с благочинием, и Войтович сказал, нежелательно ставить его, там вражда настраивается, люди против других. Главный-то корень-то в том, кто? Да ты этот фильм-то посмотри хоть один раз. «Глаз вопиющего» или «Второе крещение» называется. Это не все. Однажды я получаю такое известие. Абсолютно точное, на 100%. Дело в том, что на меня вышел один главный редактор общесоюзной газеты. Даже не газеты, бывает и журналов. И говорит, готовим о вас материал большой. Большой, на видном месте, там со святыми фотографиями. Но, чтобы никто не знал, если узнают церковники, они зарубят сразу. То есть они везде-везде лезут и пакости делают. Даже вот никакого предела нет, где бы они ни делали эту пакость. Их там не касается. Они думают, я сейчас зажму, Лапкина не будет и все. Ну, не будет, я не сказал. Ну и что дальше? Это означает, что ты погибший. Вторая паралипоменон, 25 глава, 16 стих. Когда он обличал, а царь говорит ему, а кто тебя ставил обличать меня? Замолчи, чтобы тебя не убили. Он говорит, ты согрешил и не слушаешь. Я понял, Бог решил убить тебя. Я отошел от него. Они приговоренные к смерти. Они не понимают. Ну ты говоришь, а ну как? Да ты же мирянин. А мозг кто был? Пастух обыкновенный. Я сын пастуха. Я на полях вырос. Мне это Бог положил на сердце. Я говорю, Бог посылает. Он говорит, я пастух. Иди, пока я тебе не надавал. Пастух. Я избираю тебя, ты иди. Ты посчитай, которые шли люди-то, кого Бог посылал-то. Ну спроси там, Осия, там другие, кто они были. Бог посылает сказать, они обличительного слова никакого не принимают. Если заметили, что-то им не нравится, любыми путями истребить, да какие же они. Нужно сказать, что я ищу обличающих меня. Да я так сказал, слышал, я пристану как репей, скажи. В чем я не прав? Да ты скажи, я сейчас буду исправляться, с сегодняшнего дня начну. Да нет, это я просто так брякнул. Нет, ты не просто так, ты что-то знаешь про меня. Говори мне скорее, может я умру, в этом знать не буду. Они совершенно другие, иные. Они не мирские, а хуже мирских. Почему Господь показывал когда и говорит, пойдите к язычнику. А какой народ поступает так, как вы? Это говорит богоизбранному еврейскому народу. Это я говорю еще так, это настоящее время. И меня только предупреждает об одном, смотрите, чтобы никто не знал, что мы готовим о вас материал такой и прочее. Приезжает, представь себе, из Англии, прилетает здесь, а Москва с удовольствием дают сопровождающее прилететь в Потеряевку. Ну тут узнали на пути, зачем вы едете в Потеряевку? Как зачем? А что? Ну, это... А мы с вами не советовались. Вы зачем нам это? Вы там что, опасно, взрывы какие? Нет? Ну тогда и все, до свидания. И они сразу назад пятки. Где можно и нельзя, они везде будут лезть. Везде. И вот сейчас они где есть, то такая активность у меня, какая активность там. И вот он говорит, вы против, дайте опровержение. Против книг сейчас война там идет, просто бум идет. По интернету. Ну хотя бы одно какое-то было, никакого нету. А он сказал на опресноках служб. Батюшка и говорит, ну ведь вы слушаете на... Да как всегда я служу. Но я имею мнение. Да я знаю, что были дни опресноков. Что вы думаете-то? Католики правее нас. Что тут больше-то надо? Так вы еще может быть, католикам подаете благословение? Я об этом и думаю, что поедем их к папе, подойдем под благословение. Я ему подарки сделаю тому и другому. Это церковь настоящая. Попаду... Я просто не имел времени. Григориана Армянская были. Мы подошли под благословение. Нам уезжать надо, стоит этот, мы познакомились с ним, ксенц. Я подошел, благословились. Они благословляют, маленько не так наклоняешься. И он сверху, потом руки кладет на голову. И мы поехали, договорились молиться друг за друга. И что? Я изменил вере своей или чего? Чего вы беснуетесь-то? Не говорить нельзя об этом, надо знать.
Они лютуют из-за того, что мы не покоряемся. А что я буду покоряться? Это я Богу покорился, мне этого достаточно. Я не могу покоряться этой лжи. Так между собой тогда сцепятся, одни положительно говорят то, что я говорю, материал, а другие отрицательно. А у отрицательных ничего нет, одна ложь. А те говорят, вот материал, вот материал, вот я узнал, там обратился человек, вот эти новые. Там в другой стране уже ушел к сектантам, попал в наш материал, я говорю, сразу вернулся в православие. Да вы смотрите маленько-то, говорит, на дела-то, вы что делаете-то? Вот Павел, священник, где есть, так они везде собирают его, раздают Евангелие, и тут же рвут и сжигают. Папы, это вообще даже, это напасть на Россию. Если попал с тобой, мне был случай такой, я не, просто так говорю, я бы сказал президенту, не лепись ты к ним. Ты работаешь, что тебя народ избрал. Это не теократическое государство, ты погибешь вместе с ними. Они не знают Бога, они недвижимы Духом Святым, они только ненавистью движимы. Сейчас Андрея Кураева хвост и в гриву, они там как только его не поносят. А все вместе взяты, они ничего не могут сказать, что он говорит. Я его любое слово растолковываю, что он говорит, и там ничего нет ухулительного. Он правильно говорит. И вот об этом молиться надо. А раз молишься, тебе мысли все время будут другие, чем вчерашние. И вдруг на молитве сажусь, у меня материал появляется мгновенно, появляется материал. Мгновенно откуда-то со стороны выходит человек. Вот вы в разговоре упомянули вам вопрос-ответ. Да, за столом сидели, я прочитал. А мы были как-то вопросы-ответы с Игорем Дубуновым. А это вопросы не такие, не из моих книг, а которые из интернета мне задают, а я отвечаю. И там фотографии человека, кто задает. И мне говорят, надо ролики такие сделать. Ты как-то выбери на неделю время-то, если будет. И мы прям сядем на интернет. Ну давайте, конечно, никаких я вопросов. Я сейчас смогу, у меня не голос. Ничего, ничего. Вы здоровы? Люди просят. Как выздороветь, и мы можем... И надо просто об этом молиться. А да, аминь. Вы сейчас куда выставили? Какие ролики вы... Вот эти ролики за выходные дни. Куда вы выставили? На форуме? Не брат, да. Брат, на вопросы... Ролики за такое-то число.